Опа, всем здорово, ребята, всем хасл. Играем на втором сервере. Радмир, Хасл Онлайн, Антонио Монтана. Итак, вот приехал на свалочку, да, я думаю, сейчас, может быть, что-нибудь интересное тут урвем, но вот передо мной, как всегда, назло, смотри, встал, прям путь перегородил, когда я уже тут стоял. Можешь уже с другой стороны как бы переехать, встать, и надо что-то, наверное, с ним делать, потому что он, походу, меня сейчас будет игнорить, не даст мне нормально тут залутать. Короче, я ему сказал не переграждать проезд, но он, походу, меня не понял и не услышал, и он, походу, не знает всю мощь хасла. Сейчас как-нибудь затараним, подожди-ка. Сейчас что-нибудь придумаем вообще с этой темой. Ну давай, чё, братан, опа, пошла моя новая тачка, смотри, чё. Да изи, просто да изи, братан. Вот так вот, вот ибо нефиг, понял, да? Ибо нефиг вообще вот всё. Пофигу вообще на твой TRX, вообще плевать, у меня вообще хасл, у меня вообще тут эксклюзив дичайший вообще. Просто взял, перекинул вообще, как ребенка. Вообще взял, просто вышвырнул, как мусорку на свалку, вот прям вообще по кайф. Не, ну а нехер, да, было реально перекрывать, я уже тут стоял, я ему что-то пишу, он вообще просто берет и игнорит. Что это за дело такое? Ля, что делает? Ля, ну давай попадаемся. Кто из нас сильнее, ты или я? Не, ну что это было вообще? Нормально вот это вот было? Вот стоял, блин, ждал своего... На, смотри, сейчас еще перевернется, взорвется, погибнет там, а будет потом меня винить во всем этом. Ну, короче, ладно. Вот там твое место. Все, братан, жди там. Или она, или я не знаю, кто это вообще. По-моему, это она, Санта. Саша. Не, ну реально, ибо нефиг было вообще все это дело делать. Потому что, о, а все, Payday, что? А тут у нас ничего не зареспавнилось, блин. Ладно, летим дальше. Что у нас тут? Нива, Запорожец. Это нас вообще ничего не устраивает. Нива вообще, она никому не нужна. Запорожец, он вообще, по-моему, не едет. О, мотик, охрененно. Все, забираем его. Ну, этот наш мотик, блин, 100%. Так, сколько сейчас уже за него поставили, сколько за него борется, надо посмотреть. А, блин, а почему я не могу ставку сделать? О, Харли Дэвидсон. Обожаю этот мотик, реально. Это самый, по-моему, крутой мотик, который вообще есть на проекте. Ну, в плане эстетичности. Ну, и самый забагованный, потому что, когда ты на нем сидишь, у тебя там башка трясется, когда ты не едешь. Ну, не знаю, что за баги такие, но я очень на это надеюсь, что это когда-нибудь пофиксят. Ну, я не знаю, но это прям бред бредящий. 120. Ну, у меня вроде сейчас никто не будет перебивать. Что там у нас остается? 5, 4, 3, 2, 1. Забрали мотик. Офигенный. Шикардосный. Вообще, просто замечательный. Реально, для меня, для коллекции, я, кстати, думал об этом, ну, типа, его там приобрести, купить, тут десятку уже все разобрали. Но этого, кстати, не было тут. Как это, буханки, которые эксклюзивные. Я вот все жду, короче, либо я думаю мотик забрать, блин, на что, кстати, реально очень редко у меня получается это сделать, либо вот эту буханку эксклюзивную. Вот, но мотик — это просто пушка, зачет, потому что госка у него 900к, а мы, считай, его за 120 забрали. Ну, плюс я еще, наверное, десяточку съезжу, сниму, получается, с него проценты, вот, износ, там, может быть, будет стоить 1050. Ну, так, чтобы был он у меня просто, чтобы был, вот. Такие вот у меня планы. В общем-то, пришлось перезайти, потому что механик у меня там что-то, короче, опять все забаговалось. Вот, кстати, в таком цвете. Ну, прикольный, кстати, интересный цвет. Типа, ну, я бы хотел бы, конечно, его перекрасить. Мне нравится, я видел красный мотик с белыми вот этими окантовками. Офигенно вообще смотрится. Вот я хотел покрасить, ну, в принципе, это не совсем все плохо. Типа, мне нравится о том, что как бы бак такой, типа, старый, и обод колеса покрасен такой в яркий цвет. Ну, выделяется. Но все равно это, типа, ну, не тот цвет, который мне, в принципе, нравится, но прикольно смотрится. Такой необычный.
Вот, попробуем сейчас опять механику поменять цвет, и если не получится, то ладно, будем кататься на таком, как бы без проблем. Заехать в мастерскую. Вот, блин, ну прикольно выглядит такой, прям такой необычный. Мне нравится. Такой прям стилевый, я бы сказал, чоппер, который... Я бы в реальной жизни хотел бы себе такой. Вот, ну, честно, это типа... Это похоже на Honda Steed. Есть такие, я видел Honda Steed, они прям их приделывают в этот... в разные другие цвета, вообще прикольный. Ну вот, кстати, цвет не выбирается нифига. Ну да ладно, короче, суть не в этом. Так, вообще, с чего я начинал... ролик, я думал такой, блин, попробую продолжить игру в казино, я об этом говорил, и перед этим я просто смотрю, время есть на свалке, и думаю, все равно у меня как раз один слот есть свободненький, и надо, типа, забрать себе, если что-нибудь вот выпало, мотик, кстати, Харлей, блин, реально, я такой заехал, почему бы не забрать, вот выбираем слот один, слот два, и нифига ничего, никакие цвета не меняются, ну да ладно, что, полетели тогда в казино. Попробуем, может быть, повторим с вами опыт. С 1 миллиона поднимем 8 миллионов, как в прошлый раз, или сольем все полностью, никто не знает. Но посмотрите, что за тема. И у меня тут целая коллекция. То есть дом на колесах, чтобы не переплачивать. На всякий случай, когда у меня, если сейчас денег не будет, буду работать на дальнобое. Вот мой Мерседес и дом на колесах, бля, красавчик. И что у нас получается? Эксклюзив Рейден, или как он там правильно называется, и мотик. Вау, коллекция просто пушка. Ого, Вэлп парковал прям в дерево, вот тачка, блин, видел, как летел, не успел записать этот фрагмент, красавчик Вэлл, привет, рад тебя видеть. В общем, Вэллу отдаю я, получается, 100к, ну, это там был один момент, когда он мне помогал, и вот ему тоже, походу, сейчас нужны деньги, какая разница, сейчас, возможно, все равно их солью в казик, соточку, ну, Вэлл, здорово, но это тот самый подписчик, который мне уже, ну, как бы не просто подписчик, наверное, как больше друг, потому что он смотрит, мы с ним познакомились очень давно, и смотрит он мой канал давненько, вот, и он часто у меня выручал, он появлялся на моих видеороликах, он, помню, я покупал даже у меня новый испеченный УАЗ Хантер со свалки, вот. Короче, я ему соточку даю, потому что все-таки, ребята, поздравьте меня, я наконец-то набрал, точнее, как уже, вы уже многие поздравили меня, моему каналу ровно год, и за ровно год моему каналу мы набрали, блин, это жестко, мы набрали, я набрал уже 1000 подписчиков, это все благодаря вам, спасибо всем большое, я все поздравления, все, каждое поздравление прочитал, на каждое ответил, вот, и Вэллу, красава, спасибо тебе тоже, то, что вот, за все, весь этот год ты меня поддерживал, писал комментарии, со мной делился опытом своим, как ты зарабатывал деньги, и, ну, не могу отдельно, короче, привет не передать отдельно от меня лично самого. Опа, вот такая попа. 999, ну что, еще обновляемся, сейчас, наверное, будет 1000. И обновить. Ребята, да, 1000 подписчиков. Для меня это вообще, ну, это что-то, это шок контент. Ладно, рассказываю почему, потому что, ну, во-первых, это мой первый, единственный, ну, не единственный канал на Ютубе. Есть, конечно, основной там, как основной? Это, ну, просто канал про, когда я переезжал в Бразилию, там рассказываются всякие моменты, я рассказывал. Вот, ну, это вообще первый мой канал, который все-таки я... ну, без опыта начинал вообще там, не знаю, развивать, что-то делать, прям так серьезно так заниматься. Год назад, я помню, даже я его забрасывал, было время, когда мне приходилось искать работу. Ну вот, я, получается, помню, когда и время было такое, то, что мне нужно было больше уделять времени на работу, и я прям, ну, не мог заниматься вообще каналом. И для меня это прям, знаете, как вот тряска была какая-то, что ли, ну, ломка, ломка, ну, не то, чтобы поиграть, а то, чтобы записать, наверное, видос,
Ну, короче, это странно, но я очень рад, что мы все-таки с вами достигли этого результата. Для меня это большая-большая-большая честь. Одним словом, всем спасибо. Едем в Казик, ребята. Сейчас что-нибудь... Ни хера себе! Да, воткнулся просто, жесть. Воткнулся. Блин, может быть, это, кстати, скоро исправит, я надеюсь. Вот это вот, что это сейчас было? Я что-то, блин, профукал. Момент, репорт. Давайте админы, помогайте. Надо вылезать, надо ехать. Может быть, это знак о том, то, что нам не нужно ехать в Казик. Это говорит о том, то, что... Так, знаешь, сущность нам подсказывает. Братан, ты сейчас все деньги профукаешь. Оно не нужно, оно не стоит того это делать. Не езжай туда. Ну а что, все, мы перезашли. У нас тачка спокойно зареспавнилась. Не надо просить никаких админов. Это делайте. Все, полетели в Казик. А то времени уже нету. Вот так вот, вот на понтах надо приезжать в казино. Вот прямо тут паркуем свою тачку, выходим красиво, зачетно. В скине Монтаны в шляпе за 600 рублей. Блин, вот это, конечно, было стрёмно на самом деле. И сейчас мы залетели в Казик. Уай, залетаем, берем фишки на миллион. Полетели, полетели, полетели. Так, сразу же заходим на первый... Как вот там, первый стол. Где у нас тут есть? Ребята, что, давайте так, играть. Надо показать, как выигрывать бабки. Может быть, проигрывать. Не знаю, что как понесется, как пойдет. Уф. На первые 200 все полетели. Первые 200, ребята. Что у нас тут? 6, 5, 4, 3, 2. Кидает систему за меня. Я не буду кидать. Опа, выигрыш. Что, кого? Что, мы сразу выиграли 200 тысяч? С первого же вообще просто столика. Спасибо на 150 большое. Играем. Без проблем вообще. Мы сейчас поднимем, потащим. Бабки уйдем опять с 8 миллионами рублей. О, выигрыш еще плюс. Еще плюс бабки. Нифига себе. Слушай, не, ну прикольно. Блин, Казик, one love. Ребята, ну что, походу надо играть на большие ставки. Где у нас тут есть большие ставочки? Мне сейчас надо 100 тысяч, гол, фишек, гол, да, сыграем на огромные ставки. Так, ну что, сейчас, наверное... О, на полляма. На полляма играем на 500 фишек. Если мы сейчас выиграем, ну это будет вообще что-то нереально, блин. Я вообще переживаю. Сколько у меня выпало? Я с девяткой проиграл. Чего? Я проиграл с девяткой? Все, с девяткой. О, я проиграл с девяткой, охренеть. Саня, а как так это работает? Пришел. Блин, можешь, а что я выпал там вообще, нифига себе. Охренеть, вот нормально у меня сумма выпала, так-то кости неплохие, а я проиграл. Да просто типа... Так, ну что, выбираем тут сумму на 1 миллион. У вас недостаточно фишек, у меня уже недостаточно фишек, у меня, прикиньте, у меня уже меньше 1 миллиона. Денис, заходи. А как быстро так вообще все происходит, капец, капец вообще. Ребята, лямы, так, на 20 фишек, блин, ну если, вот как назло, я сейчас выиграю 20-ку, прям 100 баллов даю. Вот 500 мы проиграли, и 20-ку я тоже проиграл 20-ку, они, ну все тогда, ну блин, ну короче, ладно. Показываю, ребята, как все-таки сливать деньги в казино, а не как выигрывать. Так, 111 фишек. Не, ну надо затащить его хотя бы вот в этот момент, надо в любом случае затащить. Че у нас тут народ выпадает? Ебой, вы выиграли. Опа, поздравляем. Короче, пацанам я сказал гол на 900 играть, на 900 тысяч. А чё за фигня? А где? Во-во-во, опять играем на 900, получается, на троих, в X3. А чё-то нифига вообще, у меня игра чё-то свернулась. Блин, чё-то я пропустил, короче, вот 900, всё, играем на троих, 900, полетели. Либо проигрыш, либо выигрыш. Либо проигрыш, то получается, всё, я всё проиграл досконально. Вообще, вообще болты выбыли. Да-да.
Ну, чё, ребята, походу у нас последние 100 фишек остается, пробуем играть. Вот, она сейчас даст мне по-любому, она мне сейчас, блин, даст и скажет, останься еще немного на какое-то время, блин, потрепать мои нервы. А не, нифига, все слил, короче, ребята. Ну, вот казино, обратная сторона казино, она сегодня тебе дала денег, завтра у тебя отберет. И, скорее всего, она отберет у тебя больше, нежели чем ты выиграешь. Ну, это вообще, на самом деле, тактика казино. Никогда ты... Это не заработок, это не способ заработка, поэтому я вливаю последние все свои бабки. Вот о чем я и говорю. Вот хорошо, что я все-таки купил эксклюзив, потому что я бы, наверное, сегодня бы слил бы все. А так я показываю о том, то, что казик — это не всегда хорошо, казик — это только слив денег, и ничего, по сути, другого нет. Хотя, в принципе, ну, с совокупности с прошлой серии я, ну, я в офигенном плюсе, ну, то есть, меня, видите, уже все-таки я смог додуматься, деньги, короче, Вэлу передать 100к, и что еще, и купить эксклюзив. Ну, вот мы играем на последние 200 фишек. И я не знаю, скорее всего, мы, может быть, даже что-нибудь поднимем. А может быть, и поиграем. Подняли. А мы подняли опять. Ой, это казино. Вот я бы сейчас бы слил бы и просто ушел бы с спокойной совестью, с душой. И на 44 фишки играем на троих. И давай. У нас, кстати, шансы, наверное, сейчас увеличились. Я так думаю. На 44 фишки. Хе-хе. А нет, я проиграл, у меня выпало 2. Ну что, давайте добьем свою сумму до конца уже, чтобы вообще ничего не осталось, 200 фишек. Пробуем, крутим, пытаем удачу. Кости выпадают, деньги пролетают. Пиздец, сейчас мы... Я проиграл. С Женей вы проиграли, вам выпало там копейки. Ну вот, она, кстати, я тоже заметил такую одну вещь. Если, типа, с самого начала все начинает не переть, ты уже начинаешь идти в минус, то, значит, оно вам не даст вообще сегодня подняться. Все, значит, надо было уже сразу уходить, там, после 3 ставок, наверное. Если вот, наверное, 3-4 ставки уже не заходят, то, в принципе, можно дальше не играть. Это бессмысленно, ты уже идешь на слив. Я создал ставку на последние вот две фишки, вот. Ну, все, казино зло. Подписывайтесь, ставим лайки, нажимаем колокольчик. И с вами я, Артем Меков. Ну что, начинаем новую рубрику «Бомжик». Вот, смотрите, я помню, когда я ездил на свалку, у меня, оказывается, был еще ноутбук Apple. За 54 тысячи вообще мало. Я его за 40 забирал, я помню, со свалки. Хорошо, что он у меня, кстати, он у меня хотя бы есть. Ну, первоначальные бабки хотя бы можно поднять со свалки. В общем, начинаем зарабатывать все заново. Начинаем набивать с вами капитал, начиная все заново. Только единственная разница, что у нас уже хотя бы есть тачки. Нам ничего не нужно покупать. Просто нам нужно теперь зарабатывать бабки. А фишка в том, то, что мы сейчас ждем следующего часа, потому что 52 тысячи – это очень мало. Так как у нас, как это называется, магазин антиквариата, да, вот там каждый час меняются цены на твой антиквариат, возможно, дороже будет продать через 2 минуты. Вообще, да, кто не знал, хочу рассказать о том, то, что магазин антиквариатов у нас продаются вещи, каждый раз на них меняются цены каждый час. И поэтому от было 52, стало 62. О, показал пример того, как можно еще больше зарабатывать деньги. Считай, на 10 кусков мы продали больше ноутбук, чем до этого нам предлагали, кстати, предлагала система. Вот, теперь что, поедем на этот... Попробуем заработать деньги на дальнобое. Может быть, поймаем какой-нибудь офигенный заказ. Хороший такой, жирный, ночью. Потому что ночью неплохо, кстати, падают заказы на дальнобое. И нам повезло, ребята, реально нам повезло. Выпал заказ на 70 тысяч
там что-то 8,5 надо продуктов, 8,5 тысяч надо продуктов привезти сюда, в Арзамас. Именно в Арзамас. Это, блин, нам реально нереально повезло, потому что были еще там много типов, они стояли на грузовиках, и я быстрее всех взял этот заказ. Вообще офигенно. То есть мы сейчас покатаемся, ну, минут 30-40, и мы еще заработаем 70 тысяч дополнительной игровой валюты. Кстати, я первый заказ уже отвозил. Там, получается, платят за одну ходку 12 600. Не, ну реально, почему бы вот сюда бы на мойкой не покататься и не отвезти заказ? Это вообще жирнущий, офигенный заказ. Вот смотри, у нас уже 75 тысяч после проданного ноутбука Apple, плюс 12 600 там еще падает. Охренеть, офигенно, блин, пролагивает. Что-то у меня, походу, у меня еще телефон на зарядке, поэтому так вот, получается, FPS просаживается. Ну и без лагов у нас опять никак не хватает. Я, блин, поторопился. Последний заказ набиваю, кстати, смотрите, у нас уже баланс 125 тысяч игровой валюты. Вообще быстро, реально, реально быстро я этот заказ отвез туда-обратно. Что там, 180 у нас Mercedes Sprinter едет. Офигенно, вообще можно на этом подниматься, зарабатывать деньги. Блин, вот единственная проблема, то, что у нас бывает вот такой баг, когда вот ты слишком разгоняешься, и вот то ли за крюк он цепляется, получается, как будто, знаешь, как вот у механиков есть возможность за крюк зацепить машину, вот, вот там есть такой крюк, и он как будто за него зацепился, блин, багуется вообще жестко. Хаосный, что это такое, блядь, откинуло. Ай, блин, я не могу, я балдею от этой игры. Ну, короче, все, мы сейчас загружаемся, последний заход делаем. Ля, такое только у меня бывает, наверное. Но дальнобой это вообще прикольная тема. Офигенно, особенно, когда вот заказы так вот близко появляются. Все, мы доставили последние наши продукты. В состоянии 1474 единицы. И что, нам надо будет заправиться. И я сейчас посмотрю. О, нам еще опыт еще дали, плюс 4. Ништяк, балдеж. Вот, а я еще посмотрел, у меня как раз времечко выпадает на том, чтобы можно попробовать выбить кейс с этого, с рыбалки. Что это, тоже дополнительные, по сути, бабки. Ну, хотя бы, если нам выпадет кейс, то это еще плюс 50к будет, получается, да, если мы его потом выставим на рынок, на продажу. Ну, что, ребята, заново поднимаемся, заново набиваем бюджет. Что еще делать? О, еще заказ на 60к. Ну, кстати, тоже неплохо. Либо, короче, можно покататься, сразу нафармить. Ну, если честно, я бы уже бы хотел, наверное, все-таки спать завалиться, потому что надо заканчивать уже записывать серию. Она и так уже, наверное, выйдет неплохой, ну, по времени. Но перед этим, короче, я посмотрел, сейчас еще, может быть, выпасть бесплатный, или как, рандос полкантов. Вот, ровно КДС, сейчас, кстати, смотрю, 55 минут. И вот я приехал сюда рыбачить. Что, попробуем выбить кейс. Надеюсь, это произойдет быстро, потому что мне еще надо попробовать успеть рандом спал контейнер захватить, потому что по времени остается там что-то буквально 8 минут до пейдея. Ну что, ловить, рыбка большая и маленькая. По идее, мне рыбка вообще не нужна. Мне надо, чтобы уже по таймингу что-то выпало. Если выпадет ключ, это будет вообще... Да ладно! Да ладно, с первой клевки выпал кейс. Не, ну хотя бы что-то радует. Ну все, челлендж выполнен. Вот это фартуха. Вай! Так, ну все, в принципе. Че, с вами я прощаюсь, ребята. В принципе, сейчас я продам, выставлю кейс на продажу. У нас должно уже даже, по идее, быть в районе 180 тысяч. Вот так вот быстренько, простыми способами можно заработать, получается, на свой такой маленький, все равно, какой-то бюджет. Поэтому казино, ребята, это, опять же, повторяю, зло. Если вы проиграли, как я, никого не стоит не винить. В этом вы сами виноваты, потому что вы сами ходите в казино. И поэтому, вот, приятной игры, не огорчайтесь.
Это развлечение. Казино реально развлечение. Деньги это тоже не самое важное, что может быть в игре. Все, поэтому... Все, чао, адьос, до следующей серии. Адьос, кокос. Забыл напомнить вам. Короче, прописывайте P-код на втором сервере и прописывайте мой промокод CDK. Это название моего канала. Он даст вам первые 25 тысяч игровой валюты после 7 часов отыгровки. Теперь точно всем чао, адьос.